Управление образования проводит в ежедневном режиме мониторинг ситуации с заболеваемостью в школах города. И, по словам специалистов, ситуация за последнюю неделю несколько ухудшилась. За прошедшую неделю в общеобразовательных организациях количество заболевших увеличилось всего на 1,2%. На сегодняшний день это составляет 7,2% от общего числа учащихся общеобразовательных организаций. Ситуация не критичная, об общем карантине речь не идет. Напомним, такие мероприятия вводятся, когда число заболевших превышает 20%. Но отдельные классы на карантин закрыты. По ОРВИ у нас закрыты два класса на карантин в университетском лицее. Что касается заболеваемости по пневмонии, остается на том же уровне на сегодняшний день. Ни один класс в общеобразовательных организациях не закрыт. Напомним, недели ранее на карантин по пневмонии были закрыты 6 классов в нескольких школах города. Чтобы не допустить распространения заболеваемости, в образовательных организациях продолжаются мероприятия по профилактике, включающие проветривание помещений и утренние фильтры на предмет заболеваемости, как для учеников, так и педагогов. Татьяна Елисеева, Константин Белов. Наше время.